Так, снимаю очередной обзор товара, купленный в Ситилинге. SSD-диск 120 гигабайт. В видео я выложу комплектацию, что входит в состав, а в виде фотографии я уже его подключу и покажу вам скорости. То есть будет одна часть видео. Значит, комплектация очень простая, значит, вот в такой вот картонной упаковке. Вот я ее распаковал. Здесь немножко на русском языке. Гарантия 3 года. Даже на самом коробке написано. И идет сам диск. Очень легкий, алюминиевый. Вот это вот алюминиевое. Легенький. Здесь пломба вот стоит гарантийная. Вот этот болтик можно открутить, а вот это уже, видите, такая гарантия. Данный диск SSD-220S на 120 гигабайт, как вы видите. Данного диска достаточно для установки операционной системы Windows 7, Windows 10. Давайте посмотрим интерфейс подключения. Это питание, это данные по SATA. Ну, данные SATA 6 гигабит. Подключаться будет по SATA 3. Формат-фактор 2,5. Серийный номер есть. И дата производства даже. Вот 3.2019. Вот видно 3.2019. То есть, ну, буквально диск вот новенький. Все описания данных я потом скину в упаковку и покажу. Ну, допустим, кто не знает, вот, то есть комплектация, видите, он дешевенький, но комплектация зато нет. То есть, ну, обычно с материнской платы идет. То есть, нам что нужно для этого жесткого диска? Это не шло в комплекте. Для подключения, значит, нужно будет вот такой вот провод. Это для подключения вот этого информации. Вот он, маленький. Обычно он идет с материнской платы. Ну, вот знаете, вот он такой коннектор. С одной и с другой стороны. Вот это вот с материнской платы у меня шел. То есть диск, если покупаете, то вот такой вам пригодится. Это один. И второй покупаете, ну не покупаете, тоже вот такой вот, это питающий. Это должно быть блок питания. Если нету, вот у меня, видите, вот, я показываю, у меня переходник. То есть я в Молексе его устанавливаю, и здесь SATA. Если у вас, например, старый блок питания, то вот, возможно, вот по такому переходнику тоже подключить его. То есть подключение, значит, это не шло в комплекте. Питание, или вот такой, или ищите блок питания, вот такой вот маленький. Если нет, вот такой переходник можно купить. В Алиэкспресс, в Ситилинге можно заказать, если есть на данный момент. И вот такой информационный провод. Можно даже подключить к SATA 2. Если у вас на Ситилинге нет SATA 3, можно SATA 2. Ну, поискать в интернете ваши SATA, сколько они, SATA 2 или SATA 3. SATA 3 это 6 гигабит, SATA 2 там, по-моему, до 3 гигабит передача. Вот такие два провода вам дополнительно нужно. Внешний вид очень хороший, комфортный. Вот приятно его брать на ощупь. Тоненький, смотрите, какой. Ну, видите, салазок нету, да, вам еще салазки. Или его можно просто вставить в корзину для 3,5 HDD-шных. Вот так вот положить. И там внизу есть этот крепление. Вот его на пару болтов вот сюда, например, прикрепить. Он у вас вот так вот будет лежать. А с этой стороны подключите питание. То есть можно даже никакие ни салазки, ничего не покупать. Вот на данный момент вот так вот.